Здравствуйте! Сегодня хочу сказать о том, как прошли мои 7 недель обучения на курсе по арт-коучингу у Елены Тарариной. Что изменилось? Скорее всего, и вы сейчас задаете себе вопрос, идти или не идти, учиться или не учиться, меняться или оставить в жизни все как есть, напрягаться или лечь на диван почитать книжку. Я скажу о том, что изменилось в жизни у меня. Принимайте решение сами, оно всегда за вами. 7 недель назад, начав обучение на курсе, я не думала, что будет так тяжело, скажу честно. Обучение занимает огромное количество времени, сил, когда ты не можешь сказать себе «я не буду», «я сидела это завтра», потому что у тебя есть 70 человек, с которыми ты ежедневно общаешься в режиме онлайн, которые назначают тебе встречи, которые назначают тебе сессии. Каждую неделю ты проводишь 3 часа с удивительным человеком, с Еленой Тарариной. Очень требовательным, но очень экологичным. Очень мягко чувствующим потребность каждого из нас. Но перед ней стыдно не сделать. Перед ней стыдно схалтурить. Шансов нет. Если вам нужен диплом ради диплома, вам точно не сюда. 3 основные вещи я решила при помощи курса по арт-коучингу. Первый, когда я понимала, что нужно в жизни что-то менять, я спросила себя, что? Вариантов было несколько. На арт-коучинге я этот вопрос для себя решила. Я посмотрела, есть ли у меня в жизни ложные цели. И какие цели на самом деле мне сегодня нужно ставить перед собой. Второй вопрос был как? Как достичь того, куда мне нужно прийти? Так, чтобы лишний раз не падать, а если падать, то подниматься и идти дальше. Спасибо Елене, спасибо моим коллегам, спасибо тем, кто поддерживал нас здесь вебинарами, информацией, терапевтической поддержкой. Это сумасшедшее количество людей, которые тебя окружают и буквально несут тебя на руках, но при этом идти к цели самой ты должен сам. И когда ты понимаешь каждый мелкий шаг на этом непростом пути, который ты проходишь, когда ты знаешь, где твой ресурс, где твоя дозаправка, кто тебе поможет, как тебе добраться, нет неожиданностей, есть четкое понимание и распланированные действия. Что еще мне было важно? Мне был очень важен подход Елены к каждому из нас, и ко всему миру в целом. Очень бережное отношение, очень экологичное отношение к каждому из нас. Не навреди, не сделай во вред, не сделай так, чтобы человеку было больно или неприятно. Все очень бережно, но очень четко и быстро. Если метафорически сравнивать, что представляет собой обучение у Елены, это такой метроном, и он достаточно быстро задает темп тому, как ты мыслишь, как ты действуешь, как ты живешь. Я искренне хочу, чтобы каждый из вас, принимая решение, идти ли обучаться или не идти, идти ли обучаться к Елене или нет, ознакомился с ее замечательными вебинарами, которые есть в свободном доступе. Посмотрите, человек должен прийти в вашу душу, не только в вашу голову. Я жду каждого вторника, чтобы 3 часа провести время с человеком, которым я восхищаюсь. Чтобы поделиться впечатлениями, отработать практики, осознать для себя какие-то абсолютные инсайты о том, кто я, где мое место в жизни и что я хочу. Я искренне благодарю каждого, кто прошел со мной этот путь 7 недель. 7 недель назад это была совсем другая жизнь. Впереди столько планов. Впереди столько нового, впереди столько замечательного. И я знаю каждый день, который будет расписан у меня. Для меня было очень большим открытием, что количество клиентов, которые хотят прийти на арт-коучинг, превышает количество людей, которые хотят прийти на терапию. Это тот вариант, когда человек говорит, я окей, я уже проработал себя, я понимаю, что со мной происходит. Скажите, что мне дальше с этим делать? И вот куда идти? Что будет дальше? Это как раз те вопросы, на которые вам поможет ответить арт-коучинг. Это сумасшедшая внутренняя самодисциплина.
Это как пойти в армию, научиться жить по распорядку. Это когда ты не можешь себе сказать, нет, я полежу просто на кроватке, почитаю книжечку или посмотрю телевизор. Нет, это тогда, когда ты работаешь, и ты работаешь в удовольствии. Ты понимаешь, что то, что ты носишь людям сегодня, знания, надежду, навыки, это настолько важно, что, наверное, это и есть твоя миссия в этой жизни. Собрать все, что ты знаешь, пропустить это через себя и отдать другим. Творите сердечно. Искренне ваша, Светлана Витте.